заключается наоборот. Сними, пожалуйста, свою пряжку. Это уже первый пользователь новых изобретений? Да. Уже несколько лет, наверное. Сколько ли нашел? Ну да, несколько уже. Лет три, наверное, точно. Я не видел. А он мне не показывал. Если продолжить, я после вашего материала назвал этот элемент сфиралью. Почему? Объясню. Потому что мы знаем... Я дилетант, я своими словами рассказываю. Вот, спираль пропорции π. То есть это как бы или правая, или левая накрутка. Здесь присутствует правая и левая накрутка, витки. Когда мы продолжаем эту спираль, вот, то мы получаем молоко. Ну, как бы ее... Ну, я вижу. Гармоника. В моем понимании, как я вот, по моему разумению, если мы как бы вьем этот элемент, ну, не так плотно, он растянут, то это и есть геном при разном угле наблюдения, получается, текст меняется. То есть, если каждый виток, каждый элемент это буквица или буква, то есть символически. Семантический элемент, то если мы меняем угол наблюдения, то меняется и текст, и отсюда геном живой. Геномный текст можно читать. И читать можно именно вот этой символикой нашей славянской, или как ее правильно сказать. Ну вот когда вы показываете, допустим. Взгляд интересен, конечно. Круглый квадрат, вы когда показываете на фиту, например, да? Да, вот. Да. Вот великий квадрат, который не имеет углов. Ну это квадрат четвертого, извините, это круглый квадрат. Если вы возьмете квадрат, то каждой стороне квадрата принадлежит одна и та же площадь, правильно? Или я не прав? Значит, вот площадь круга вот этого. Это сторона квадрата. Вот полная площадь круга. И вот это. Они одинаковые? Одна площадь, вторая площадь. А чему равна вот эта площадь? Вверху и внизу оставшиеся. Они те же самые по величине. Разные формы, но площади те же самые. То есть каждой стороне квадрата принадлежит одна и та же площадь. Поэтому это квадрат. Но он круглый. И в нем нет углов, он сопрягается полностью. Вот это буква фита. Так. Она пишется как вот так. Раз. Два. Вот. Чинайцы называют ее инь-янь. Комбадуна. Доказательством того, что эта буква никакого отношения не имеет к чинайцам, служит их загадка, их же, собственно, великий квадрат, который не имеет углов. Они ее до сих пор не разгадали. Получается, что это и есть буква квадрат. Это тоже интересно. То есть подобная модель физики еще не испытывали.